На теплоходе «Альбатрос» в центре Гимс-Главного управления МЧС России по Амурской области были эвакуированы жители села Сергеевки Багрийского района города Благовещенск. Количество 14 человек, в том числе 2 ребенка. Если сумки, давайте. Положение. Ой, спасибо вам большое, сняли. Ой-ой-ой, ноги. Потихоньку, потихоньку. Ой, четверо вас. Дожили до того, господи. Когда вода кончилась, скажите. Сегодня. Ой, большое вам спасибо. Вещи пойдем. Объединила. Бабуля, воды надо попить. Не надо, меня там встретили. Проводите сразу аккуратно до этого. Все, мы будем потихоньку. Сейчас все отдадут. Замен. Смотри еще. Замен, кто свободный, сюда еще отправь. Кто свободный, сюда отправь еще людей. Тихонько, держи, тихонько. Держи. Вот, потихоньку. Давайте следующую. Ой, спасибо, мои дорогие дети. Наоборот, экзотика. Приехали. Сейчас проводят вас. Сейчас. А зеленую уже унесли. Зеленую унесли. А вот там она стоит. Все, пошли. Пацаны проводят. Ну, они все станут здесь. Ну, что, ваши дети все?